Привет всем. Сейчас в микроволновой печи будем менять лампочку. Смотрим. Откручиваем вот задние крышки, три болта. Вот. Я уже так наживил. Они находятся в трех местах. Вот сверху и по бокам. Сейчас уберем. Сейчас я включусь. Вот оттопырил одной рукой, было неудобно. Крышку заднюю притянем на себя. Вот она вышла, убираем ее, и лампочка получается в доступном месте. Вот здесь у меня, здесь сейчас она стоит, опять же перегорела, нестандартная, не ее родная. Вот сейчас будем ставить донор, с донора лампочку. Вот она с другого в итоге этого микроволновки. Так, нам надо попасть здесь, все, защелка. Вот, все, защелкнулось. Подключаем плюс с минусом. Вот. Бок убираем, потому что лампочка нестандартная, не отсюда приходится вот сейчас ее вниз опускать, чтобы можно было крышку закрыть. Сейчас одену ее. Вот так, и вот так все вниз опускаем. Одеваем обратно, крышку ставим. Смотреть надо, чтобы попало все в пазики. Вот сейчас поставлю, включусь. Вот я закрутил, верхний болтик потерялся. Вот задняя крышка уже стоит. Все. Вот дальше что делаем? Сейчас я ее установлю, что-нибудь положу туда и уже включим, посмотрим. Сейчас ждите, включаюсь. Вот, сейчас установил назад ее, эту микроволновку. В итоге заняло не так много времени. Вот, лампочка горит. Выключаю. Вот. Так что, ребята, такая вот тема. Вот, кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Все, всем пока. До свидания. Вот, и по скриптум. В итоге занимает замена лампочки буквально, наверное, минуту. Я из-за того, что так долго там снимал туда-сюда, еще с этим телефоном, ну, чуть-чуть подольше. Все, всем удачи, пока.